Ароматный джем из микса ягод малины и черной смородины способен поднять настроение с самого утра, особенно вкупе с поджаренными тостами, гренками и сливочным маслом. Не забудьте про чай. Самое вкусное сочетание ягод можно закупорить на зиму, приготовив из черной смородины и малины красочный, тягучий джем. Помните, что часть сока уварится, а сам десерт загустеет после остывания. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте указанные ингредиенты. Расчет ингредиентов указан на емкость 450 мл. Ягоды переберите, удалите хвостики и промойте в воде. Затем воду слейте и обсушите ягоды бумажными салфетками, удаляя лишнюю влагу. Пересыпьте их в казан или кастрюлю. Добавьте лимонный сок и сахарный песок. По желанию можно заменить лимонный сок на лимонную кислоту. В таком случае вам потребуется примерно 2 щепотки. Поместите емкость на плиту и перемешайте ее содержимое. Томите с момента закипания примерно 25 минут на умеренном нагреве. За это время ягоды пропитаются соком и сахарным сиропом. Треть жидкости уварится. Обязательно перемешивайте джем несколько раз в процессе варки. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ошпарьте банку и крышку кипятком, выложите в нее горячий джем и закупорьте по резьбе или с помощью ключа для консервации. Остудите заготовку и перенесите в место хранения, либо сразу же подайте к столу, наслаждаясь вкусом джема. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Смородина черная, 250 грамм, малина, 200 грамм, сахар, 130 грамм, сок лимонный, 1 чайная ложка, количество порций, 2-3. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До новых встреч!